Доброе утро! Меня зовут Виктория Коленская. Я тренер по воздушной гимнастике для взрослых и детей. Сегодняшнее утро я предлагаю начать с комплекса для развития мобильности ваших тазобедренных суставов, так как это может являться одной из причин боли в вашей пояснице. Для выполнения первого упражнения необходимо развести ноги чуть шире плеч и увести стопы в сторону. Подкручиваем таз вперед, колени уводим в стороны. И делаем приседания. Опускаем колени в сторону, таз подкручиваем вперед. Поднимаемся вверх. Для выполнения второго упражнения мы отводим таз назад, но приседаем точно так же вниз. И поднимаемся. Чередуем два упражнения. Приседаем с подкрученным тазом и с отведенным назад. Выполняем данное упражнение 10-15 повторений. Для выполнения следующего упражнения ноги оставляем также чуть шире плеч, но стопы смотрят вперед. Переносим вес на правое колено и отводим бедра назад, делая наклон вперед. Возвращаемся в исходное положение. Еще раз переносим вес на правую ногу, отводим бедра назад и опускаемся вперед. И возвращаемся в исходное положение. На левую ногу делаем то же самое, переносим вес на левую ногу, отводим бедра назад и делаем наклон вперед. Лучше упражнение чередовать на правую ногу и на левую ногу и делать 10-15 повторений. Для выполнения следующего упражнения нам нужно поставить ноги шире плеч. Одна стопа смотрит вперед, вторая развернута в сторону. Мы выполняем точно такие же приседания, как в начале, но с разной плоскостью. Опускаясь вниз, подкручиваем таз и возвращаемся обратно вверх. Меняем стопы и выполняем это же упражнение еще раз. Упражнение выполняем, чередуя ноги. Центр тяжести оставляем ровно посередине. Выполняем 10-15 повторений. И в завершении комплекса сделаем упражнение для расслабления. Ноги ставим шире плеч, стопы развернуты в стороны, опускаемся вниз и упор делаем на руки. Отводим таз назад, прогибаясь в пояснице. И, округляя спину, подкручиваем таз вперед. И снова отводим назад и подкручиваем вперед. Упражнение выполняем в комфортном для вас темпе 10 повторений. А я желаю хорошего вам дня. Будьте счастливы!